Роботов становится все больше. Похоже, мы приближаемся. Да, нам осталось пройти еще чуть-чуть. Эггман только облегчает нам работу с такими роботами. Где это ведро с болтами? Разве он не был с тобой? Он сказал, что чем быстрее мы закончим, тем лучше, и просто ушел. Так-так, что у нас тут? Да еще в таком виде. Какое разочарование. Метал Соник. Эми, какого черта? Ты просто не можешь следовать плану, не так ли? Ты слишком долго тянула. Ну, в какой-то мере прав. Uh-huh. А? Ну, это довольно отстойный робот. Все роботы Эггмана отстойные. Хватит. Ну перестаньте, вы оба! Эй, ты! Я здесь! Эй, отпусти меня! Поймал! Похоже, я получил все, что мне было нужно. Пока-пока! Он сейчас сбежит! Нет, не сбежит. А, совсем забыл, что он так может. Думаешь, что все это закончится, как в нашу прошлую встречу? Ошибаешься! Металл! Ты в порядке? Все нормально. Хей, он о тебе беспокоится, не веди себя так. Да-да. Простите, ребята, Эггман сбежал с последним изумрудом из-за меня. Конечно, нет! Иногда мне кажется, что все находится не на своих местах. И я напоминаю себе, как я вообще здесь оказался.